Вера Горд. Старая голубятня. Читает Валентина Мельникова. Откуда ни возьмись? Нет, лгу. А я не лгунья. Она была всегда. Торча, маяча, утлая, заброшенная голубиной стаи. Лачушка. Метр на метр на метр. На сваях. Внутрь заглянуть пустяк. Давно без ставней, трап цел. А я учусь на пять. Я чуткая. Мне с каждым днем вселенная понятней. Я разберусь и с ветхой голубятней. Взбираюсь, вглядываюсь в тусклый терем. Пол, стенки, потолок, в углах и в центре, в сплошных телесно-желтых комьях глины, как будто их в ладонях округлили и закидали им этот хилый пустынный куб. И те прилипли в позах сырых восьмерок по два, по два, по два. У всех вплотную головенки, спины, куклята мертвые. Нет, вру наполовину, на четверть хоть все живы. Видно, спятил сюда вметнувший их. Четыре, пять их, их сплошь. Ошпаривает мысль, что это те, которых без зазренья, а чаще реже, с мукой сожаления. Оглинились их человечьи тельца, а я юнатка по призванию сердца. Зрачки жалят ядовитым светом в мои зрачки. Хоть я и вне упрека, отличница, я зря ушла с урока. И птичья будка мне пеняет глухо, как раковина полая на ухо. За что? Так вот где ох после того, как свергают из жилых плацент до срока разнонедельных, вот куда под крышу заносит их. Взросление ненавижу. Ведь я дразню их тем, что вслазь живая, любым суставом и изгибом тела, как голубиная на крыльях стая, взлетаю и ныряю оголтело, взрослея нагло. Значит, стою вместе. За всех, чье пребывание в мире грешно, я им сдаюсь, жалея их до смерти, влюбляясь в них, как дети в пупсах, нежно. Вокруг дворы, в полуденном планье, я в школьной форме, в шоколадном платье, кажусь чистюлей, благо цвет не марок. Но кашемир горяч, он шерсть, день жарок. Я высоко, на лестничных поленцах, полголовы внутри, где тельца. Утопали не пальцы, а фаланги, он ими месит облачное тесто. Светило из своей латунной фляги во вспыхнувшее взрослым горем детство лишь подливает масло. Комья, комья пикируют в меня, срываясь, рушась со стенок, с потолка, и слой за слоем захлопывают мне глаза и уши. С собой мурую темя, лоб и шею, я слепну, глохну, не дышу, не мею в затвердевающей сплоченной массе. Зато зародыши так мощно мстят мне, что их заплыв в брюшинах, полных моря, их крой, их бутерфля и брасых был прерван, дивный, сладкий, слишком вскоре. Был только пробующим воду, раз лишь, но два, но три, уж так немногократен. И вот мне не нащупать перекладин, не наступить сандалией на травы. А ведь еще вчера все были правы. Народ, ландшафт, сезон. Мне оставалось в блаженстве лишь презреть пустую малость, оценку. Пусть не пять, но пусть четыре. Обиду. Одиночество в квартире. Класс дружно не пришел на день рождения. Смешок. Фальшивлю на уроках пенье. Ох, чую, люди, что случилось с вами?
За то, что мне открылись ваши тайны, еще вы отомстите мне смертями всех, всех впритык моих. От малых самых аквариумных гуппи в пестрых стаях до обожаемых матронзи белых, меня выслушивающих в детских бедах, мам, бабушек, учительниц и ижи. И разочарованием пылким в груди моих боготворимых прежде книжек. И никого, и ничего не будет. Одна из книг, что на подушке сбоку, углом обложки мне пронзает щеку. Я просыпаюсь. Слава Богу, что ли? Нет, слава Рафаэла Джованьоли, чья книга так уж книга, автор, автор, нам давший знать, что некий гладиатор вспять воспротивился разгулу казни прекрасных юных пленных, дав им камни, мечи и копья, зная шансов ноль, не из числа врагам. Спокон, победа, нонсенс, груб Рим, глуп мир. Переначить их невероятно. Раб был распят. Но...